человек может находиться в трех состояниях. В сознании, во сне и где-то между ними. Чуть ли не каждый хоть раз в жизни сталкивается с сонным параличом. Меня придавило к кровати. И я ее увидела так же четко, как вижу вас. Расскажи мне, что ты видела. Мама! Кто убил папу? Продюсера «Паранормального явления» и «Астрал». Если это всего лишь галлюцинации, почему тогда мы все видели ее? Мара существует. Она убивала и до этого. Вначале она помечает тебя, а затем убивает. Она стоит за вами. Если уснешь сегодня, то ты умрешь. Только не спи! Только не спи! Только не спи! Мара. В кинотеатрах с 6 сентября.